Юниорская сборная Беларуси заняла второе место на матчевой легкоатлетической встрече, которая на выходных прошла в манеже Университета физкультуры. Наши спортсмены всего 3 очка проиграли победителям – испанцам. Бронзу выиграли украинцы. По итогам соревнований были определены лучшие юниор и юниорка в каждой команде. У хозяев ими стали толкатель ядра Дмитрий Карпук и прыгунья в высоту Карина Таранда. Победители состязаний в своих дисциплинах.